Организационные моменты. Конечно, совершенно готово. Более того, во времена кризиса, дорогого топлива, пожалуйста, новые технологии от компании «ЛАД». Три богатыря довезут вас куда хотите. Вы можете ехать с бокалом, и вам ничего не будет за это, потому что даже гаишников мы возьмем на себя. Ага. Тогда, если мы будем это позиционировать как новую услугу компании «ЛАД», например, вы с бокалом на торпеде собственного автомобиля от русских богатыря вас пойдет? Да, только один русский богатырь и три машины, потому что они очень легкие и маленькие. Спасибо. Тогда коммерческое предложение в ваш адрес поступит незамедлительно. Хорошо, мы как только спустимся, готовы обсудить все детали. Друзья, уникальная совместимость отдыха, работы, бизнес-предложений. Все это наш горячо любимый президент. Давайте поаплодируем Игорю Альбертовичу. Я в очередной раз удивляюсь вообще вашей находчивости, честно скажу. Игорь Альбертович, я, конечно, понимаю, что бокал коньяка, который не упал, не пролился, это все очень здорово, но, мне кажется, ваше пожелание на Deo Matiz, на автомобиле, который является неотъемлемой атрибутикой вашей компании, было бы очень здорово. Какое-нибудь пожелание? Можно вот вручную, с помощью акварели? Нет, нет, с помощью акварели. Давайте я подержу нарисовать подарок. Сковородку не отдам. Ну и давайте, мы закончили наше выступление. Хотим всем вам от русских богатырей пожелать богатырского здоровья, потому что без него никуда.